Марокко? Да, вот это. Вот, она дефективна, я вижу, вот здесь. И это, да, дефективно, я говорил, там у нее скидка там 20% может. Ну подождите, Велерой вот такую дефективную продает? Ну, это не Велерой. Нам продали такой Велерой, поставил. Ну, Велерой же отпустила уже у себя. Что он отпустил? Ну, он такой... отпустил по розничной цене, ну, по сути. Ну, а зачем? Больше он скидку не делает. Тем более, такая фирма именитая. Вот, вот Велерой. И представляете, компания с таким авторитетом отпускает вот такие раковины. А я здесь мучаюсь. Сначала раковину искал, потом донный клапан ищу, и пафоса дофига. Три месяца все жду. В Питере есть. Есть? Да, еще 4 штуки. А это как, а почем? Так, это была со скидкой 20%. То есть 34, это минус 6800, 27, там 227500 получится. Ясно. Да там даже веселее стоит с ним были. У нас нормально висело. Нам загрузили новую такую. На задней ставили.